А ты что там взял? Скар. Ты охуел вообще, теленок, блядь? Иди отсюда нахуй, слышишь, блядь? А что мне вот это? Вот там, блядь, коридор где вот так. Ты вообще, блядь, охуел, Дима, блядь. Опять начинаешь борзеть? Чего это борзеть? Оно... Иди в пизду, блядь, ты мой скар спиздил, блядь. Ватсон, ну что ты пришел? Ёпта, известный человек, блядь. Забаньте его нахуй, блядь. Что ты, блядь, пришел тут, блядь, мяу, блядь, прочирикал? Че, вообще ебанулся, что ли? Пацан, иди отсюда нахуй вообще, блядь. Ты че, блядь, там, блядь, кукушка полетела, что ли, у тебя? Или тебе, блядь, больше некуда, или ты, блядь, хуйло, блядь, просто приключения хочешь, блядь. Иди нахуй отсюда вообще. Я, блядь, тебе клянусь, блядь, матерью родной. Я тебя реально раком поставлю, если ты мне нахуй, блядь, слово еще напишешь, или похуй, или захуй. Я тебе в присутствии всех зрителей говорю, я тебя реально отхуесосю, блядь, просто в хвост и в гриву. Фильтруй, сука, блядь, толсто жирный, блядь, мудак, блядь, свой базар. Еще, блядь, одно такое слово, и я тебя реально, блядь, я тебе говорю, отхуесосю. Или иди нахуй отсюда, блядь. Хуепутало мятое, блядь. Да я его порву, сука, я завтра нахуй его адрес узнаю, и за нахуй, блядь, пойдет нахуй у меня, блядь. Если он привык, блядь, с хомячками нахуй, блядь, играться, то я ему нахуй, блядь, из него нахуй хомячка сделаю жирного. И его же, блядь, ты, сука, заставлю подключить, смотреть, блядь, как его, блядь, очко нахуй, блядь, трескается. Ты нахуй фильтруй, блядь, тварь ебаная, с кем ты общаешься, блядь. Вырву нахуй очко, блядь, я тебе присутствую всех, блядь. Отпиши сейчас мне прям в чате, и я за базар отвечаю, нахуй, что я тебя порву, блядь, сука. Я с простой жизни. Я среди урок, блядь, рос в том числе. Я умею фильтровать. Нахуй он слово нахуй мне пишет. Расскажи историю. Как ты вообще росла, потом как я тебя казнил, потом как я тебя отправил в другое место, потом как я тебя уволил, потом как я тебя предупредил и как ты вернулась. Она не то, что на 30 килограмм, она на 50 должна была похудеть. Рассказывай, я пока чай пью. Вот тебе микрофон. Расскажи чатику, блядь, о том, как тебе жизнь, Руслан Зарович. Только честно, не выпендривайся и не пытайся мне понравиться. Говори, как есть. Но признаешь лишнего, уволю. Давай, Михельсон, блядь, с Лейлой уже готовы, блядь. Если они сорвутся с крючка, я тебя нахуй, блядь, уволю. Я тебя предупреждаю, блядь, я пиздец. Чтобы косяк был с командировкой. Мы не смогли вам заказать первый класс в самолете. Заказали бизнес. Не предупредили должным образом. Дальше. После этого вы меня отправили на предприятие. Не, я тебя уволил, нахуй выгнал из компании за 2 часа. Дальше что? Я собрала свои вещи и уехала. Через 2 недели вы меня помиловали. И отправили меня в филиал работать. Дальше? Дальше я проработала. Подняв не вроде ебательски зарплату. И поставили задачу. Поставили задачу контролировать и докладывать все, что происходит в филиале. А ты, получив пиздатую зарплату, забыла, блядь, главную задачу. Стучать мне. Ты что, охуела? Я сейчас тебя уволю нахуй. Я тебе сказал, и за языком, блядь, следи, вы обсуждали, кого я ебу в компании, кого не ебу, блядь. Притом по пьяни собирались, блядь, из 3 кошаков 2 я ебал, блядь, и вы втроем, блядь, обсуждали, кого я еще ебу теперь в конторе, а кого не ебу. И кого я точно вот-вот выебу, блядь. А у меня, блядь, 4 принцессы было, согласись, Катя, Оля и Дарина. Все 4, блядь, сука, блядь, козырные кошаки были, просто козырные. Просто бомба, блядь, все кошки были. Все считали, я ебу или одну? О, видишь, во! Видите? Научил, блядь! Я задаю вопрос, она говорит, я не ебу в душе, кого ты ебал, блядь, шеф, блядь. Даже если я знаю, что ты ебал всех, я не знаю, что ты ебал всех. Понимаете? Я в среду еду с шефом к Михельсону. Ты знаешь, про какого Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире. Возьми полотенце, протри мне спину.